огонь. А теперь сюда. Реакция зрачков в норме. Да? Что такое? Я виделся с Эмгыром. А есть на свете еще какие-нибудь коронованные головы, которых ты не видел? Несколько. Будем надеяться, что так все и останется. Помнишь первую войну с Нильфгардом? Битву под Соденом? Весь Север сражался вместе. Тимерия, Редания, Кадвен, Айдирн. А чародеи были героями. О них песни складывали. Мало что осталось от того мира. Пока. Ого. Крупная тварь. Угу. Месяц я его выслеживал, но все-таки завалил сукина сына. Поздравляю, и все-таки не могу не спросить, зачем тебе его тело. Хочешь сделать чучело и повесить над камином? Хорошие мысли. Но сперва я закончу вскрытие. Эта особь была быстрее, чем остальные. Быстрее и сильнее. Я хочу ее как следует осмотреть. Позволишь взглянуть? Хочешь воздать ей последние почести? Нет, спасибо. Ты режь, а я пока что-нибудь съем. Давай осмотрим его голову. Длинные усы. Выдающаяся лобная доля, но это нормально. Длинные уши и серьга. Ага, я такое видел. Этот вид любит блестящие штучки, как галки. Так, а в пасти желтые тупые зубы. Одного верхнего и нижних резцов нет. Да, зубы он не чистил. Ладно, что там дальше? Давай взглянем на его кишки. Ну как, есть что-нибудь интересное? Фрагменты непереваренной пищи. Похоже, тут запас лет за 10. Человеческие волосы, пряжка от ремня, медики и золотое кольцо. Не хочешь Йеннифер подарить? Если почистить, будет как новое. Нет, спасибо, она носит только серебро. И зря. Все остальное вполне обычно, за исключением печени. Похоже, он имел слабость к крови пьяниц. Отличные когти. Дюймов 15. Они растут у них всю жизнь. Этому было лет 100-110. Ноги мощные. Особенно икры и стопы. И я тебе скажу, быстрый он был, этот ублюдок. Вот он здесь, через миг там, все время в тени. Я едва мог его разглядеть. Как ты его сделал? О, долгая история. Потом как-нибудь расскажу. Думаю, я увидел достаточно. Старая особь. Опытная. Было бы здорово научиться понимать возраст катакана по следам. Чтобы не наткнуться на такую вот зверюгу без подготовки.
Это правда. Но давай займемся этим потом. Увидимся. Смотри. Красивый, а? Мы можем поговорить? Береги себя. Да? Что такое? Пока. Да, Волк? Возьми-ка. Что там, эликсиры варишь? Нет, самогон из очистков. Я так понимаю, к моему приезду. Скорее, к моему отъезду. Ты не слышал? Госпожа-чародейка пожелали, чтобы я наполнил филактерий силой круга стихий. Сказала, это нужно, чтобы снять проклятие с этой вашей уродины. Ты знаешь, что это, и как ты выразился, уродиной, может быть Цири? Угу, я слышал. Так может, проявишь немного сочувствия? Я называю вещи своими именами. Такой уж у меня характер. Херовый. Я думал, тебе нравятся вредные. Только женщины. О, да. Тогда ты нашел лучшую. Ну, хватит об этом. Круг стихий ждет. Звучит не слишком восторженно. Потому что я не в восторге. Ты хорошо знаешь, что путь к кругу – нелегкая прогулочка. По разным причинам. Я пойду с тобой. Ну, со славным белым волком все непременно пойдет гораздо живее. Ну что, ты готов? Пойдем, нечего ждать. А, кстати, теперь через город-то до круга не доберешься. Той весной перевал накрыла лавина. Значит, надо идти со стороны пруда. Как во время испытания медальона? Верно. Помнишь, как идти? Такое не забывается. Тот, кто целым с медальоном вернется, докажет, что всего достоин и на путь ступить может. А Весемир слышал, как ты его изображаешь? Угу. Он этого терпеть не может. Дыра осталась еще от Саволы. Что вы ее не замуровали? Весемир собирался. Но мне она не мешает. Осады нам бояться нечего. А так можно срезать дорогу к пруду. Даже жалко, что саламандры так мало дыр оставили. Или не развалили эту халабуду до конца. Я вот что думаю. Нам что, плыть через весь пруд? Нет, у меня лодка есть. Я тут рыбачу иногда. Вот те раз. Вот бы не подумал, что ты будешь сидеть с удочкой. Я пользуюсь бомбами. Кидаешь одну и вылавливаешь, что всплывет на поверхность. О, это многое объясняет. Какой выстрел! Отличная игрушка на арбалете. Не такой же выстрел. Come on.
Я поражен. Где ты этому научился? Один старый мастер показал мне пару приемов, когда я был в Зеритяне. Ладно, ладно. Припаси свои побасенки для очередной чародейки. Геральт! Как у тебя с Весемиром, поспокойнее? Вроде да. Старичок перестал читать мораль. Я стараюсь его особо не раздражать. И как результаты? Средние. И знаешь, замок большой. В нем несложно разминуться. Зараза! Я же и здесь привязывал! Может, веревка лопнула? Да ты что! Я-то думал, лодка сама отвязалась! Вот зараза! В таком тумане мы никогда... Перед моим приездом была буря. Дай подумать. Да, дней 5 назад. Ага, парус развернулся на ветру, швартов лопнул, и лодка уплыла в кусты. Тут не хватало. Так, вход в пещеру с другой стороны, видишь? Надо переплыть пруд, пройти через пещеру, подняться на башку тролля, и мы на месте. Теперь это не кажется таким страшным, да? Нет. Но все равно оторопь берет. Ты знаешь, что из моей группы вернулись только двое? Так это вы нарвались в пещерах на старого грота? Угу. Тебя до сих пор это мучает? Мучает? Нет. Просто бесит. На кой хер это испытание? Все равно большинство тех, кто вернулся из круга стихий, сгинули в течение года на каких-нибудь болотах, охотясь на утопцев по кроне 30 за голову. Зачем все это? Весемира спроси. О, я спрашивал много раз. Уверяю тебя. Ладно, собираемся. Прыгай в лодку. Хорошо. Но поведу я. Это почему? Потому что это моя лодка. И все тут.
Геральт. Сам эту посудину делал? Да. А что? Тебе что-то не нравится? Ну, кроме того, что она набирает воду, ничего. Не ворчи. На ту сторону доплывем. Если только не налетим на что-нибудь. Я дальше носа ничего не вижу. Густой, как молоко. В тебе пробудился поэт? Ага. Хочешь стих? Валяй. Ламберт, Ламберт, хер моржовый. Ламберт, Ламберт, вредный хуй. Вполне, вполне. Отклонись немножко от ветра, у тебя парус хлопнет. Не учи дедушку кашу. Хорошо. Мы уже близко. Готов прогуляться по пещерам? Ага. Только прежде, чем мы туда войдем, лучше... Выпить кошку, знаю. Будут еще ценные советы? Например, не шуми, а то разбудишь старого грота. Так старый грот еще там сидит? Если только не оказал нам услугу и не сдох сам, то да, сидит. И в любую минуту может выйти. Как там было в нашем стишке? Чутко дремлет старый грот. Кто разбудит, тот умрет. Пойдем. Слышишь? Там ребенок. Ты же знаешь, что в этих краях никто, кроме нас, не живет. Это иллюзия. А если нет? Делай, что хочешь. Давай проверим, на всякий случай. Правду говорит Весемир. Вечно ты суешь пальцы между дверей. Ну хорошо, пойдем. Малыш. Спокойно, ты уже в безопасности. Ну хорошо, ты был прав. Всегда пожалуйста. Ты что-то говорил про У? Позже обсудим. Сперва займемся туманниками. Кто бы мог подумать? Что-то мне подсказывает, что ты мне это будешь долго вспоминать. Ну как же. Весь мир должен услышать о том, как славного Геральта из Риви обманули как младенца. Может, Лютик сложит об этом балладу? Как думаешь? Пусть лучше он споет балладу о тебе, Ламберт или доставучий ведьмак. Лучше быть доставучим, чем наивным. Дольше проживу. Отвлекаясь от темы, я правильно рассмотрел? Этот мальчик? Угу.
один из наших. Он, должно быть, утонул во время испытания. А туманники запомнили его облик и голос. Очаровательно. Пойдем отсюда. Меня уговаривать не нужно. Знаешь, я сюда вообще приходить не хотел. Ламберт, хватит. Слишком высоко. Я тебя подсажу. Помнишь, как там в испытании? Ведьмак, одинокий охотник. Но даже ему порой нужна помощь. Слава Весемира. Готов? Вот жердяй! Раз. Два. Три. Да и ты нелегкий. Но идем. Эту стену можно было бы взорвать ардом. Ага. И разбудить старого Грота. А ты что, боишься? Нет. Просто я обычно думаю, прежде чем что-нибудь делать. Вот холера. Можешь топать потише. Ладно тебе, я поскользнулся. Измельченные в пыль. Ха, да, старый грот не любит гостей. Чего ждал, что будет пахнуть фиалками? Я бы не возражал. А, смотри, как сладко спит. Может, сделаем как-нибудь так, чтобы он больше не проснулся? Ух!
хорошо выбраться наружу. Да, но это еще не все трудности. Ты про троллей? Так это у них трудности, не у нас. Не знаю, перед кем ты выпендриваешься, на меня подобный пафос впечатления не производит. И кто это говорит? Весемир рассказывал, как вы выполняли заказ для нильфгаардцев в Велине. Что? Что ты делаешь? Убиваю чудовищ. А ты говоришь? Это случайно вышло. Пойдем уже. Ха! Ты глянь, как он от нас удирает. Тролли обычно себя так не ведут. Ведьмаки, не ходить дальше. Это горы тролли. Гора тролла. А, да. Гора тролли. Ну, поговори. Поговори с ними. Спокойно. Мы хотим только пройти к кругу. Ведьмаки, одно говорить, другое делать. А иногда третье. Ну сколько можно? С дороги тупиться, а то я вас на гравий порублю. Дошло? Дошло. Поздравляю. Бежим до той пещеры, иначе нас просто забьют камнями. Бросить камень, вы не ходить. Ведьмаки не понимать. Понимать, но мы все-таки должны идти к кругу стихий. Ты слушать все-таки. Мы к вам в замок не ходить. А там много камень. Красивый камень. Хватит уже с ними расшаркиваться. Это ничего не даст. Дай мне сказать. Ты разбираешься в переговорах, как они в грамматике. Мы вам плохого не сделаем, не будем трогать ваши камни. Дайте пройти. Мы бросать камень, а ведьмаки не отвечать, только болтать. Может, ведьмаки добрые? Ты глупый! Ведьмаки убивать чудища! А тролли чудища! Да-да! Не строй рожа! Будет так. Вы здесь оставить острые дубины, вы пройти. Если нет, мы бить. Будь по-твоему, оставим здесь мечи. Но заберем их, когда будем возвращаться. Мы их не нужно. Металл, фу! Щиплет рот! Ты спятил? Делай, как я, и не ори. Видно, не тот путь в жизни выбрал. Что? Если я еще не забыл уроки дядюшки Весемира, ведьмаки убивают чудовищ. Плохо помнишь.
Ведьмаки убивают опасных чудовищ. Ну, вот мы и на месте. С этим не поспоришь. Вот холера. Красивый вид. Наверное, если даже ты это заметил. Геральт, за кого ты меня принимаешь? Дай подумать. За грубияна? Возразить нечего. Ну, хватит комплиментов. Давай за работу. Ты помнишь, что надо делать с этим кругом? С тех пор, как я активировал здесь медальон, прошло немало времени. Ладно, дедушка, не оправдывайся. Зажги факел и положи филактерий на алтарь. А я сделаю все остальное. Как там было? Сначала вода, потом земля. Хорошо. Филактерий на месте. Ну, осталось только минуту подождать. Контейнер наполнится силой стихий, а мы пока отдохнем. А ты как справился с троллями на испытании медальона? Дай подумать. А, вспомнил. Я использовал Аксии. Но тогда против меня вышел один, остальные были заняты. Ну да, полезный знак. Недавно мне жизнь спас. Интересная история. Отменная. Напали на меня двое разбойников. Один целился в меня из арбалета, а другой начал рыться в моих торбах. Сперва я приказал арбалетчику застрелить дружка, а потом повеситься самому. Действительно. Отменный рассказ. Правда? Животики надровешь. Скажи, ты всегда был таким циничным сукиным сыном? Не. Пока Весемир не привез меня в Каэр Морхим, я был очарователем. Настолько плохо быть ведьмаком? Говорят, бывает хуже. Жаль только, что у меня не было выбора. Такое было наше предназначение. Предназначение? Я расскажу тебе о предназначении. Мой отец был пьяница. Стоило ему надраться, он убил меня и мать до крови. Мы каждую ночь молились, чтобы он, наконец, сдох. Один раз наши молитвы почти исполнились. Папочка заблудился по дороге в корчмы и влез прямо в гнездо накеров. Но его спас один ведьмак. И знаешь, чего он захотел взамен? Дашь мне то, что первым увидишь в доме. Мою жизнь. За жизнь этой мрази. В гробу я видал такое предназначение. Я не знал, прости. Когда в следующий раз задумаешься, почему я такой злой, вот тебе ответ. Ладно, хватит горевать. Пора собираться. Надо забрать мечи, а то ведьмак без оружия, как без рук. Золотые слова, брат. Ведьмаки! Брать острые дубины и идти домой! Можешь меня не уговаривать. Пойдем, Геральт, пора. Ты прав. Возвращаемся. Только после вас.